Как приготовить чичуду, я узнала, побывав в Дагестане. Блюдо напоминает наши чебуреки, только готовится чичуду проще. Мясо внутри остается сочным, а лепешка тонкой. Попробуйте. В Дагестане такие лепешки начиняют пряностями с тыквой, брынзой с зеленью, овощами и даже пряным соленым творогом. Тесто получается довольно пресным и тонким. Уверена, что такое тесто подойдет и для сладкой начинки, тыквы с корицей, например. Экспериментируйте и делитесь своими впечатлениями. Приятного аппетита! Досматриваем ролик до конца и записываем ингредиенты. Подпишитесь на канал, есть еще много вкусного. Необходимые ингредиенты. Фарш, 500 грамм, говяжий, бараний или смесь, мюка, 500 грамм, яйцо, 1 штука, масло сливочное, 100 грамм, лук, 1 штука, зелень, 1 пучок, вода, 1 стакан, количество порций, 7-10. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте палец вверх, и спасибо за просмотр. Заходите на канал снова, котятки.